какой завал? Вообще ею не пользуются. Зачем набрала? Непонятно. Любопытно, интересуется различными сферами социальной жизни. Умеет наблюдать. Кто-нибудь слышит меня? Никто меня не слышит. Сейчас мы еще второй ряд, наверное, второй слой сделаем. 3, 2. Всем привет, ребята! Мы начинаем с танца от Ани, Катюша. Вчера ходили на праздник Анютки в детский сад, и вот она мне повторяет танец, который они вчера танцевали перед ветеранами, перед родителями. Ну а сегодня мы на самом деле будем заниматься с Аней другими делами. Посмотрите, что мы уже тут приготовили на кровати. Сегодня будем с Аней украшать комнату. Посмотрите, вот она у нас, стена. Папа уже снял отсюда телевизор, убрал. Правда, тут остались провода. Не знаю, что мы с ними будем делать дальше. Сегодня посмотрите, что Аня нам тут приготовила. Картины, да, кнопки YouTube. Тут как будто вот так вот намазали клей. Да, но это так покрашено, это не клей. Да. Это вообще на самом деле такая специально. Здесь тоже вот такие маски. Да, Аня приготовила такие вот шторки. Аня, конечно же, хочет повесить вот сюда на дверь. Потом нам нужно решить, что нам делать с этим домом. Запутывается, запутывается. Подожди, Аня, вот так вот за это держим. А, ну тут получается высота 2 метра. Так, давай, Анют, принеси стремянку с кухни. Мне надо залезть, и давай, хорошо, одну штучку повесим на дверь вот сюда. Вон мама клеит. Я, конечно, оператор, но я не оператор. Сейчас. Вот так. Ой! Мне теперь не придется держать. Все, завязала себе хвостик. О, как круто. Все, давай, до свидания. Снимай. Ты будешь так проходить. Как вам наше изобретение? Красота, да? 3. Вау, как классно. Ну-ка посмотрим, дверь закрывается или нет. Да, вроде нормально. Там вот дальше идет продолжение. Не надо, Аня. Ой, лучше не надо. Мне прям аж больно. Мне кажется, там все порвется быстро. Короче, не закрываем дверь. Так, у нас осталось еще... У нас осталось, короче говоря, еще 5 штук. И мы хотим вот сюда вот эту всю стену. Вот эту вот всю стену. Аня, покажи, какую стену. Вот эту всю стену сделать этими шторками. И чтобы на фоне этой стены мы с Аней снимали видео. Вот садили, стол мы поставим. Потому что скоро мы планируем с Аней снимать очень много DIY-видео с дневниками личными, да. Дневник, но я его почти не запомнила. Сестра. Не сестра, а сестра. А почему, да, мамы нет? Ну, потому что типа, ты же не фоткалась. А, это, знаете, это последние фотографии Маша, Маша, папа. Аня и папа. Вот, сегодня мы Анину вот эту вот полочку еще доставим. Видите, у нас там наверху 2 полки свободные. Смотрите, ребята, у нас еще есть 2 коробки. Ань, покажи. Их надо собрать. Их купили мы в Икее. И хотим, знаете, да, и хотим, знаете, что мы сделать? Сюда разложить Анины рисунки и поделки. Их уже столько много. Вы посмотрите, у нас какой здесь в шкафу бардак. Все. Да, очень, тут, очень много рисунков, все навалено. Аня каждый день с садика приносит эти рисунки, поделки. Мы это все сюда складываем. И сейчас мы будем все по коробкам разбирать. Мы будем поступать в художественную школу скоро, и там нужно будет принести картины, там рисунки. Короче, мы ничего поэтому не выбрасывали. Сейчас начнем с Аней собирать коробки. Давай ты одну, я вторую. В одну будем собирать, может быть, рисунки, поделки, во вторую у нас у Ани много канцелярии, которые она покупает к школе, и она там тоже в полке все развалено, разложено. Тут такая вот схема, или тут не схема? Нет, схемы нет, собирай, да. Как собирай. Ну, я думаю, что это... вот схема, да. Вот эту, потом боковушки. У нас такие были коробки, мы раньше отправляли слаймы по почте. Да, и вот эти вот коробки у нас такие были. Вот, вот так. И ее вот так вот внутрь. Теперь вот эту опускай, Ань. Нет, так сильно не сгибай, вот так. И все, и оно должно там внутри встать. Теперь переворачиваем. Нет, ты переворачивай. Да, и оно встанет все на место. Вот, и дно, да, вот Аня уже дно постелила, молодец. Я тоже дно постелю.
Вот и у нас получились коробки. Давай, Аня, вытаскивай все свои рисунки и поделки. Давай поделки будем сюда складывать. А рисунки, да, я рисунки предлагаю тебе сложить в трубочку. И какие-нибудь резиночки, например. И вот так. Нет. Вот, вот, или вот так. Рисунки. Или вот так. Ну, или вот так, да. Ты чё? Так, смотрите, мы добрались до вот такой подделки. Это не подделка, это английский язык. Да, что-то с английского языка Аня принесла. Док, how are you? Hi, my name is Doc. I'm Doc, да? Вот у нас еще всякие раскрашки у Ани. Или что это, книжки, читаю по слогам. Все это мы оставляем. Это тоже. Да, это вот, господи, самая огромная раскраска. Мы так и не раскрасили с Аней. Начинали. Вот от нее коробочка. Давай сложим. Тут почему-то распечатки лежат наши. Мы когда придумывали дизайн Машиных пижам, вот тут вот все распечатки. Кстати, смотрите, Аня-то сегодня в Машиной пижаме, в кигуруми. Очень красивая, очень удобная, кстати, кигуруми. Да, вот еще тут все порвалось уже, правда. Ну, короче, это надо все выкинуть. Вот мы утверждали, это эскизы пижам Машиных. Принт. А, вот она, эта пижамка, которая на Ане. Вот еще одна картина у Ани. Нужно обязательно ее взять с собой на этот конкурс. На какой? Ну, поступаешь, когда в художественную школу, там обязательно нужно принести свои работы. А вот эти вот раскраски все из садика мы, наверное, выкинем. В общем, Аня тут в шкафу еще себе принесла, у Маши забрала эпоксидную смолу, забрала у Маши алмазную мозаику, вот она тоже тут. Надо сейчас нам убрать немножко еще в косметике Аниной, тут такой завал, вообще ею не пользуются, зачем набрала? Непонятно. Так, и вот тут вот, смотрите, у нас что остается, я уже все рисунки вытащила, тут вот подделки какие-то, какая-то канцелярия, пенал. Ой, и тут еще что-то. Кукла такая вот, как магнитик. С одежками. Так, это мы убираем. Я устала. Аня устала уже. Ты это искала, да? Потому что у тебя бардак. Вот реально, бардак, ничего не найдешь. Посмотрите, я рассыпала тут эти ногти накладные. Аня тут нашла календарь какой-то, который мы не закончили на Новый год. Там нужно было, да, все. Аня, не надо туда мусор, ты чё? Не надо, лучше на пол давай. Так, эта папка у нас из литовского садика, еще когда Аня маленькая была. Вот тут всякие поделки. Сюда мы давай вложим вот эту книжку из литовского садика, тоже тут нам писали. Любопытно, интересуется различными сферами социальной жизни, умеет наблюдать, адекватно воспринимает, измеряет, сравнивает, может сделать вывод, понимает. Там умеет спрашивать. Я понимаю. Да. Я ничего не и вот понимаю. Тут вот наклейки тут разные. Любознательность. Понимает, но сложно объяснить. Вывод делает. Прекрасно развито физически. Умеет сосредоточиться. Осведомлена о здоровом питании. Сдержанно ведет себя на занятиях. Дружелюбно. Иду в этот спальню, чтобы одно что-то сделать. Я сейчас закричу. Кто-нибудь слышит меня? Никто не слышит меня. Вот. Сейчас. Кто-нибудь слышит меня? Никто меня не слышит! Так, теперь переступаем к разбору косметики. Выкидываем все, что не нужно. Давай я вот так вот. Не знаю, как. Сначала большую палетку, потом поменьше, потом поменьше. Все, что нужно, оставляем, все, что не нужно, выбрасываем. Поменьше. Тут вот что вот у тебя еще в косметичке? И поменьше сейчас будет, еще поменьше. Что у меня есть маленькое? Так, кисточки твои. Поменьше. Подожди, Аня, ну место дай мне вот так. Ну-ка, покажи. Чистится. Угу. Все, готово. Вот это все выбрасываем. Еще не готово, еще две кисточки. Ну, у тебя две, а я, у меня... Какая грязная. Да, классные эти салфетки, конечно, влажные. Тут еще вот этот у тебя набор. Это мне Люся подарила. Вау. Угу. Да, вот этот один набор и достаточно. И больше ничего не нужно. Остальное можно вообще все выбросить. Мама, ты что? Давай. Ой, мама, я устала.
Закончили, ногти убрали. Так, убираем коробку с рисунками. И убираем коробку 2. Убираем коробку с канцелярией. Эту можно закрыть. Да. Рисунками коробка у нас не закрывается, потому что там все под зарядку. Мам, сейчас будет тебе небольшой вопрос. Вопрос от Мэн. Давай. Боулинг или караоке? Боулинг. Я вообще петь не умею. И что? Это ты ставишь боулингом. Так, это ты туда ставь. А на самую верхнюю ты достанешь или нет? Мы поставим туда с тобой вот эти вот иконки. Одна иконка и вторую давай. Ой, нет, на полку не надо. Сейчас еще как свалится. Давай, ладно, я потом. Ты пока положи. Это мы туда расставим, на самую верхнюю полку. Нет, на самую... Ну, ладно. Так, все, мы там все расставили. Теперь мы будем с Аней вешать уже наконец все на стену. Мама заклеит. Ну, мама, ты что, рукожоп, что ли? Ну, вот что получается. Там сверху все криво, потому что я не достаю. Аня, куда полезла ты? Вот, видите, у нас до пола не достает. И сейчас мы еще второй ряд, наверное, второй слой сделаем. Я лечу, Джек. Ну вот что у нас, ребята, получилось. Конечно, не хватает этого нижнего куска одного, который Аня вот благополучно на дверь повесила. Но мы сейчас, конечно, мы закажем еще на Алиэкспресс. Да, Ань? Алиэкспресс, закажем. А домиком пока мы вот эту дырку нашу закроем. Так, а сейчас мы приступаем, Анютка, с тобой к вот этим вот штукам. Так, вот это вот так мы сюда повесим большую. А, вот, правильно ты говоришь. Вот ты молодец. Вот видишь, как ты соображаешь. А я не сообразила. Вот, ой, нет, подожди, стоп, стоп. Нет, стоп. Это вот так. Так, вот, да, все, молодец, Аня. А нет, у нас получилось тогда две большие. Тогда у нас внизу толстые, а с этого большие. Сейчас будем туда-сюда, мы с тобой это. Ну, тогда вот здесь справа две маленькие. Нет, давай, может, вот так кнопки сверху две, а снизу картины две. Вот так, вот так. Подожди, ну подожди-ка. Нет, это красиво. Ну, я согласна, что да. Вот, вот так. Нет? 2000 years later. Ну все, ребята, мы закончили. Стену мы сделали с Анюткой. Вот пока вот так это все у нас стоит туда. Потом мы поставим здесь стол. Будем вот здесь вот мы сидеть с Анюткой. Здравствуйте, да. Сделали мы что? Повесили. Конечно, у нас не хватило этих держалок. И последняя кнопка самая тяжелая. А на нее надо две штучки как минимум. Мы это повесим, докупим. Вот туда поставили лампу. Красивый шарик светящийся. Куколку Анюткину. И сейчас мы будем заканчивать. Все мы разобрали. И сейчас мы... Раз, два, три. И сейчас мы с Аней должны уже собираться ехать на одно важное мероприятие. Маша будет снимать влог. Это очень важное мероприятие. Сегодня там будет Валя Карнавал. И Юлька Шпулька. Ой, очень много девочек. Милана Хаметова, Милана Филимонова, Милана Гамунц. Очень много будет девочек. Мы собираемся. Влог будет у Маши на канале. И Арина Данилова там, и Настя Князева. В общем, очень много девочек красивых. Это будет девичник, девичник. Валя Карнавал и Юлька Шпулька. Но самое главное, девочки, влог будет не на Машином основном канале, на котором 2,5 миллиона. На Машином основном канале теперь выходит только сериал. А Машины влоги теперь будут выходить на ее бывшем гейм-канале. Мы решили переделать Машин гейм-канал под влоговый. Обязательно подпишитесь на Машин канал, обязательно, потому что мы снимаем очень крутой для вас сериал для подростков, про школьников. Уже две серии есть. Да, Аня, кстати, фанатка нашего сериала. Она вчера пришла с садика, в первую очередь, говорит, сериал, сериал, вторую серию, надо срочно посмотреть. Давай покажем наше платье, чуть-чуть кусочек. Мы, Аня пойдет в черном платье и наденем черные ботинки, я думаю, будет круто. Ты же сказала кусочек. Все, пошли собираться. Пока, ставьте лайк за наши труды. Пока.